50 лет Куин. Разве это возраст, уверена 94-летняя Елизавета II? Одна королева поздравила другую. Почта Великобритании выпустит марки в честь группы. Всего 13 раритет. Группа тоже сделала подарок для всех, кто соблюдал правила самоизоляции, выпустила свой обновленный хит. Вы чемпионы. В мае гитарист Брайан Мэй пережил сердечный приступ. Уже поправляется. А в июне авторитетное издание признало Мэя лучшим гитаристом из ныне живущих. Куин полвека, 21 год с ними был великий Фредди Меркьюри. Good morning. Оперная дива Анна Нетребко вернулась на сцену на этой неделе. Ленка. Да, я тут. Во время самоизоляции репетировала в очаровательном домашнем виде. Сын Тьяго подрос, ему 11, и в первый раз мама отпустила его в магазин. Тьяго принес домой свое любимое. Мини-пицца. Кстати, за 3 месяца дома Анна поправилась всего на 1 килограмм. А это праздничный ужин Дольфа Лундгрена и Эммы Крокдал. Дольф делает Эмме предложение. Ему 62, ей 24. Какие отличные снимки с дочкой, как она выросла, написали ему в сети. Неловкая ситуация. Не волнуйся. Но ведь и правда, невеста и дочка ровесницы и очень похожи.